Археологическая наследие КБР представлено в КБГУ. Фотовыставка приурочена к сегодняшнему Международному дню памятников и исторических мест. Цель экспозиции – привить молодому поколению чувство ответственности за культурное наследие народов республики. Студенты исторического факультета, некоторые из которых, возможно, свяжут в будущем свою жизнь с археологией, познакомились с большой коллекцией фотографий. Сняты они на более чем 600 объектах в республике. Это и средневековые башни, и могильники, и городища, самые древние из которых датируются вторым веком до нашей эры. Представлены и фотографии с раскопок, которые проводил известный археолог Исмаил Чеченов, посвятивший свою жизнь археологии.